И в продолжении темы выборов. Территориальная избирательная комиссия «Славянская» совместно с избирательной комиссией Краснодарского края при поддержке администрации Славянского района и прибрежного сельского поселения провела ежегодный зональный молодежный конкурс «Законные выборы да» в поселке Совхозном. В конкурсе молодых избирателей приняли участие представители молодежных политических клубов из 5 районов края. Территориальная избирательная комиссия «Славянская» является базовой. В нее входит 4 территориальных избирательных комиссий – Абинская, Анапская, Крымская и Темрюкская. Представители этих территориальных комиссий привезли с собой команды молодых избирателей, которые приняли участие в зональном заседании молодежных политических клубов. Перед началом конкурса к его участникам с напутственными словами обратились почетные гости. Особенно важна сегодня ваша роль. Роль молодежи, потому что за вами будущее. Сегодня руководство края, руководство страны, вы посмотрите, 30-летние ребята, министры. Это говорит о многом. Поэтому я хочу поблагодарить вас прежде всего, что вы занимаете такую активную жизненную позицию. Я думаю, среди своих коллег, сверстников, вы должны разъяснять грамотность, вот правовую основу наших выборов. Если мы хотим выбирать свою жизнь, мы должны приходить на выборы. Мы не обязаны, но мы точно знаем, что если за нас этот выбор сделают другие, он никогда не будет таким, каким хотим его мы. Я всем вам желаю, чтобы вы всегда знали, зачем вы идете на выборы. Все участники – это ребята, достигшие совершеннолетия, то есть полноценные избиратели. Конкурс проводится для того, чтобы проверить, какими политическими знаниями они обладают, проявляют ли гражданскую позицию и активность избирателя. В качестве зрителей в зале присутствовали будущие избиратели – школьники. Они пока не могут принимать участие в голосовании, но уже сейчас должны знать, насколько важна роль молодежи в выборах. Мы проводим это мероприятие именно для вас, для всех здесь присутствующих в зале. Вы, наверное, обратили внимание, что здесь присутствует молодежь. Для чего? Для того, чтобы вас ознакомить с законами, которые существуют в избирательном праве. Для того, чтобы, достигнув возраста 18 лет, чтобы вы шли на избирательные участки, принимали участие в выборах. В рамках конкурса участникам предстояло пройти несколько этапов, один из которых – визитная карточка. У нас у всех есть почетное право осуществлять свое избирательное право. Выбирай, чтобы жизнь была красивой, выбирай, чтобы цвела любимая Россия. Участники демонстрировали свои знания в области избирательного законодательства Российской Федерации, современной политической ситуации в стране и крае. Выступали с заявлениями на тему «Почему я пойду на выборы?», показывали творческие номера под названием «Мы выбираем, нас выбирают». Алина Сафарова – одна из участниц команды молодежного политического клуба Абинского района. Участвовать в выборах, иметь свою гражданскую позицию и уметь ее отстаивать должен каждый, считает девушка. Мы приехали для того, чтобы народ знал, что для молодежи тоже важно осуществлять свое избирательное право, участвовать в выборах, строить дальнейшее будущее России посредством осуществления своего права избирательного. Команду нашего района представляли студенты филиала Кубанского государственного университета. Они уже опытные участники. В конкурсе соревнуются 3-й год. За это время дважды становились победителями. Казалось бы, и в этот раз одержать победу будет несложно. Но задания каждый год меняются, становятся сложнее, говорит наш земляк Максим Скрипка. Поэтому и готовиться приходится усерднее. Подготовка шла очень долго и кропотливо. Мы на протяжении 2 месяцев после пар, мы же студенты, после пар собираемся и репетируем, учим, разбираем какие-то вопросы. Иногда бывают очень сложные темы, которые разбираются несколько дней. Не зря наши славянские ребята так старались. По итогам конкурса славянцы оказались на 1-м месте. Теперь им предстоит защищать честь нашего района на краевом заседании молодежных политических клубов. Тина Копачевская, Георгий Калинин, Александра Тимовская. Программа «События».